тепле літо, знаєте, як то розцвіло, і усі розцвіли, і зараз саме час для тих, хто цього ще не зробив, займатися спортом. Так, ти знаєш, я вже ось якраз готова, а в принципі одним спортом ти собі здоров'я не зробиш. Потрібно ще не забувати про правильне харчування. І сьогодні нам у цьому питанні допоможе наша гостя Роза Марія Гетьманська, фітнес-тренерка, дієтологиня і просто красуня. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку. В першу чергу, наше таке, не знаєш, найактуальніше запитання. Всі дівчата завжди думають про дієти. Як ти ставишся до дієт і чи можна їх робити, чи краще уникнути? Единственная проблема, что большинство девушек, да и мужчин, в принципе, обращаются куда в первую очередь? В интернет. И, к огромному сожалению, очень много информации, ненужной информации по поводу диет, жестких диет, как их называют, монодиет. И все это очень пагубно влияет далее на наш организм. То есть, если рассматривать краткосрочный вариант, тогда, ну да, можно садиться на диету, похудеть, и потом в любом случае будет откат. То есть мы опять набираем вес, и возвращается эта же вода, и плюс еще килограммы. Если речь идет о долгосрочном нашем похудении и вообще приобретении тела мечты, идеального своего тела, то здесь нужно только правильное питание. То есть, опять же, нужно сюда входить плавно, какие-то прививать правильные привычки, пересмотреть вообще в целом свой рацион. Сейчас очень легко рассчитать свою норму калорий, которую нужно употреблять человеку, который занимается спортом и который ведет более пассивный образ жизни, потому что сейчас же все у нас фрилансеры. А как это правильно делать, до речи? Есть очень много разных формул, там их 3 или 2, то есть они доступны в интернете, и также есть сайты, онлайн-калькуляторы, то есть там вводится вес, рост, свои параметры и уже подсчитывается. Вот. И есть же классные программы Fat Secret, например, так, где можно себе составить меню. Если это сложно, можно обратиться к специалистам, которые с огромной радостью помогут. Вот. Ну, как бы я рассматривала свое общее питание, когда начала столкнуться с вопросом худеть. Я тот человек, который перепробовал все диеты, прям вот исключительно, и голодание, и все. Но вот только правильное, здоровое, сбалансированное питание, потому что это здоровье, это кожа, это тело вообще в целом. Поэтому нужно каждый день прививать какую-то правильную привычку. Отказываться так от чего-то неполезного и вводить полезные. От тут зараз один момент. Ти розумієш, я люблю дуже попоїсти солоденьке. Ну, прям от хлібом не годуйте, дайте щось солодке. Але все ж таки спеціалісти кажуть, що цукор, він шкідливий. Він, ну, слід відмовитись від нього, чи все ж таки можливо десь там і згрішити? В чому взагалі проблема? Мало хто задумується, що ми дуже багато получаємо сахара з обычного правильного питання. Наприклад, це складні вуглеводи, крупи, це той же помідор. Вау. Фрукты, так, конечно. Серьезно? Да, да. Везде есть сахар. Фрукты, фруктоза, тот же сахар. Молочная продукция, это лактоза, тот же сахар. То есть мы, в принципе, набираем достаточно свою норму сахара за сутки с обычных продуктов. И когда мы начинаем есть сладости, так, идет переизбыток. Да, мы не успеваем просто тратить вот этот вот простые эти углеводы, которые идут как энергия. Мы их не успеваем тратить, и они откладываются у нас в резерв. В продуктах наибольше цукру? Ну, вот фрукты. А фрукты самые в яких, например? Мы можем это сказать, банан? Ну, банан, он вообще идет более крахмалистый, плюс там много крахмала. Любые сладкие фрукты, ну вот даже в лимоне большое количество сахара на самом деле. Ого. Теперь я знаю, что мы после эфира выдавать вместо цукерок. Лимонами. Нет, на самом деле можно позволять себе, вот если вы все время правильно питаетесь, то есть ведете здоровый образ жизни, то почему бы и не съесть что-то сладкое раз в неделю, там, либо 2 раза в неделю, но опять же не делать это как отдельно день, вот читмилы сейчас, это вообще такое популярное слово, разгрузочный день и читмил. Конечно, если ты все время в жесткой диете, в таком режиме, и тут делаешь себе читмил, ты просто срываешься. Так. Вот тяжело остановиться на одном тортике, потому что вот я неделю или 2 недели ничего не ел, и мне прям хочется. Проще, чтобы ваш мозг понимал, что в любой момент, когда мой организм там вот захочет что-то, на, пожалуйста, я тебе дам. Тобто не потрібно дотримуватися ось таких суровых обмежень. Просто треба в миру. Да, просто еще какая у вас цель? Если это спорт в плане том, что это фитнес-бикини и так далее, да, вот профессиональный, то там совсем другое. Если это повседневная жизнь, ну как бы на регулярной основе, всю жизнь вы же не будете сидеть на какой-то прям жесткой диете. Так. Все равно хочется себя баловать, это нормально. А что такие монодиеты? Монодиеты — это вот
завтра Новый год, и мне срочно надо похудеть на килограмм. А, и так и я сегодня буду там пить литр кефира, или я буду есть килограмм яблок. Но никто не задумается, что тот же килограмм яблок — это какое количество углеводов, сахара вот употребляет человек. На самом деле проще взять и сделать там легкий дефицит, но при этом поесть и крупы, и поесть мясо, рыбу, то есть нормальне збалансоване питання. І результат такий же буде. Слухаю, хочеться також уточнити один момент. От з пандемією, так, в Україні пройшла така онлайн, коротше, прийшли ми туди всі. І ось ці марафони онлайн, я, знаєш, якось скептично до цього ставлюся. Все ж таки, от класика, коли людина приходить до залу, воно, мені здається, більш дієво. Скажи мені, чи так це, чи є якісь там позитивні моменти і в онлайн-тренуванні? Діло в тому, що есть два типа людей. Так. Есть такие, которым все время надо давать, как говорится, пинок. Угу. А есть такие, которые сами, вот у них есть программа, они становятся и делают. Они понимают, что это им надо. Это их здоровье, это их тело, и они работают для себя. Так. Вот. И здесь уже играет роль. Если онлайн же тоже можно так, чтобы за вами следили техника, то есть один на один с преподавателем, либо прямо онлайн, когда есть 5 упражнений, вот делай их. Ну, эффект есть у тех, кто действительно настроен вот проработать от первого дня до последнего, и они вот прям усердно трудятся. Те, которые вот привыкли, что им все время пинок, следят за техникой, что их все время направляют, вот делай еще, еще, ну, вот у них эффекта не будет. Они заплатят деньги, первый день поучаствуют, потом... Ай, завтра зроблю тренування, сьогодні пропущу, ну і так весь марафон. А мені ще цікаво про дієти поговорити. Є шкідливі дієти, тому що зараз не розповсюджена це кето-дієта. І от всі на неї підсідають, і я навіть чула про те, що вважається вона не дуже корисною. Да, на самом деле, ну, как бы я сама пробовала кето-дієту. На ней можно очень хорошо, конечно же, подхудеть, подсушиться. Здесь в чем вообще смысл? Полностью сокращаются углеводы, то есть мы их получаем только из овощей. И переходит вот, ну, как топливо, да, нашему организму нужно топливо. Если с углеводов оно быстрее там переобразуется в гликоген, откладывается в мышцы, и мы используем топливо углеводное, то здесь мы переходим на жиры. И не у всех плавно проходит вот этот переход с углеводного топлива на жиры. То есть вот этот кетоз, который называют, и может быть плохое самочувствие. Плюс нужно обследовать свой организм, поговорить с своим врачом. Можно ли вообще садиться на такую диету, на долгосрочную? Там же, если садятся, то либо на постоянку, ну как, в течение года-двух, либо какие-то периоды. То есть избыток белка сразу же, почки. Если есть какая-то почечная недостаточность, нагрузка очень сильная пойдет на почки, и пошли все проблемы, цепочка. Поэтому прежде чем садиться на такие диеты, не надо слушать никаких блогеров или прочитала книжку «Вот это полезная диета». Нужно все-таки вот обращаться к специалистам, обследоваться и тогда уже думать. Лучше всего сбалансированное питание, где все есть, и белки, и углеводы, и жиры, и все в норме. Угу. Це, до речі, дуже важливо, тому що, ну, знаєш, ми там спілкуємося з багатьма людьми і помічали, що люди, по-перше, не завжди снідають, а потім обідають там десь о 4-й, о 5-й годині або просто наїдаються на вечір. От наскільки це шкідливо для нашого організму? Наїдатися на вечір, зразу скажу, це дуже вредно. Если честно, вот я скажу по своему организму, если я съедаю что-то ближе вот за 2 часа даже до сна, я все равно чувствую, как мой кишечник работает, и мне тяжело уснуть, и я просыпаюсь, вроде всю ночь не спала. Потому что все время твой желудок работает, он переваривает, то есть не отдыхает организм. Поэтому лучше всего все-таки есть за 3 часа до сна, и чем больше, тем лучше. А те, которые не завтракают, на самом деле есть такой тип людей, которые могут вообще есть один раз в день. Ого. Это нормально, не нужно заставлять через силу. Да, завтракать это хорошо, полноценный завтрак. Как там правильно? Позавтракай, обедом поделись, да, а ужин отдай вообще кому-то. Вот. Поэтому здесь у каждого свои биоритмы. И вот насильно себя нельзя заставлять. Единственное, что нельзя пить кофе, например, на голодный желудок, как это большинство делает, потому что очень большая идет нагрузка на надпочечники. И ужинать очень поздно, конечно. У меня такие запитания. А что работать, когда тебе в ночи прикидається маленький Жорик і каже, я хочу піти з'їсти в холодильнику ті пельмешки. От що робить в цьому випадку? Піти попій водички. Водички і все? О, до речі, про воду. Багато людей кажуть, ну, спеціалістів у сфері харчування кажуть, що ну, максимально корисно починати свій ранок там, з теплої води на голодний Жорик. Обязательно. Ага, тобто це все ж таки можна. Теплая, комнатная, вообще без разницы. Температура, ту, которую, ну, удобнее пить, потому что те, которые вообще очень редко пьют воду, им сложно прохладную выпить, поэтому говорят теплую. На самом деле мы очень много теряем воды, жидкости. Так.
Вот, даже когда спим. Поэтому с утра обязательно нужно выпить как минимум, ну, у меня это почти пол-литра, мой шейкер. Ну, я очень люблю воду, на самом деле. Это 3 литра в день, это вообще ничего, потому что очень много физической нагрузки. И вот с утра, ну, вот, да, вот чувствуется жажда. То есть ее надо удалить. Так. А у нас еще, как правило, мы очень часто путаем жажду с голодом. Мы вроде бы пить хотим, не понимая это, мы просто кушаем, 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 а все время, вот, может, бывали такие ситуации, когда вот вроде еще хочется кушать. На самом деле, пока не попьешь воду, вот это вот не пройдет. А потом чувствуешь, все, я ел. Речі, це, знаєш, один із спортсменів, який у нас був у студії, розказував, що у нас є там декілька клапанів так званих в організмі. Спочатку треба випити води, потім почекати, поїсти там, наприклад, крупи чи овочі, здається, потім крупи, а потім вже м'ясо. Це правильно так харчувати? В плані роздільного питання, ну, на самом деле, мне очень нравится эта тема, вообще раздельное питание, разделять именно крахмалистую углеводную пищу от белка, например. То есть если совмещать овощи с мясом, с рыбой, это вообще идеальное сочетание. Углеводы, ну вот даже ту же кашу, можно добавить туда какие-то ягоды, вот тоже отдельно. А когда это все вперемешку, проблема вообще в чем? Разный желудочный сок вырабатывается на расщепление разных ферментов. И получается, когда мы все смешали, оно бросилось, это такая химическая реакция организма, столько надо усилий, чтобы переварить вот ту и ту и ту пищу, хотя она вся разная. Только поэтому лучше вот разделять все-таки. Так, а якщо ми повернемося до води, на то, на що серце, чи деякі спеціалісти рекомендують додавати там шматок лимона або імбиря? Це як? Чи це на любителя? Это чисто ваши вкусовые качества, потому что сразу вот я не пил воду и заставить себя выпить воду будет сложно. Поэтому многие добавляют лимон, либо просто бросают ягодки для декора там. Да, мяту, то есть имбирь, ну, я б, наверное, не смогла с имбирем выпить. А мені ще цікаво поговорити саме про газовану воду. Каже, що в принципі вона якби, ну, непогано впливає на організм, а в той самий час каже, що вона руйнує щось в колінах, не пам'ятаю, як правильно називається, що руйнує структуру колін. Що ти скажеш з цього приводу стосовно такої води? Если речь идет о настоящей минеральной воде, которую вы ездите, например, Трусковец, да, вот туда такой, то, естественно, это будет огромная польза. А если это купить в магазине, то единственное, что будет, такие же бульбашки, как это целлюлит в ногах. Будет, конечно. Воды? Ну, я... Лучше... Від чого залежить целлюлит взагалі? Ну, його наявність в організмі? Ну, во-первых, это непосредственно питання, водний баланс, плюс вообще какая-либо активность. Очень многие продукты, ну, как бы, вы, каждый человек, да, он уникален. Нельзя придерживаться, извините, тупо одной какой-то диете, которая помогла моей подруге, например. Потому что мой организм может иначе реагировать на эти продукты. И вот методом подбора вот, можно определить, на какие продукты есть реакция. Вот я очень люблю молочку. Ну, то есть говорят еще, знаете, все, нельзя молочку употреблять. На самом деле, если у вас нет непереносимости лактозы, почему нет? Единственное, что я вот после молочки замечаю очень сильный отек. То есть задержку воды. То есть я понимаю, что моему организму лучше не употреблять этот продукт. И точно так же целлюлит появляется от разных продуктов, от его влияния. Но здесь больше даже речь идет от переизбытка тех же углеводов, простых особенно, которые откладывают. Хочется також повернутися до ранкового маціону. От є такий стереотип, що їсти зранку вівсянку, по-перше, це корисно, а по-друге, що в тебе буде багато енергії, там, тобі вистачить, ну, там, години до другого дня, наприклад. Це взагалі правильно чи є якийсь інший раціон? На самом деле, вот когда вы употребляете в чистом виде одни углеводы, они очень быстро, ну, даже если овсянку, и вот особенно овсяные хлопья сейчас беру, так. Как они быстро запарились, так они быстро переварились, и вы опять голодны. Ага. Да, поэтому лучше всего брать только овсяную крупу, вот плющенная, которая варится минут 15. Если нет времени ее варить, можно с вечера просто залить горячей водой, утром там минута-две она готова. Тогда действительно хватит 3-4 часа. Но для того, чтобы все-таки вам на больше это хватило, нужно добавить какой-то, ну, какие-то жиры, то есть либо орешки, тогда больше хватит энергии держаться, вот особенно в вашем режиме, все время в эфире, да, добавить орешки, добавить какое-то масло, то есть тоже сейчас куча маслов, там и оливковые, любые. А омет?
Ну, мед. Ласка, можно мед? Не, ну ты можешь добавить, но в небольшом количестве, это же углевод. Точно так же, как и сахар. Есть очень классный заменитель, кстати, сахара. Сейчас это вообще очень модно. Вот, суперфуд. И стевия, такой какой безопасный, но он немного с таким привкусом очень интересный, поэтому не всем подойдет. И в Украине сейчас появилась фит-парад, очень классный заменитель, вот вкусный. Им можно заменять и прям цукор. Да, он есть и с разными вкусами, в чистом виде, да, можно в чай, в кофе, в любые там свои каши, в крупы. Слухай, угодно. Просто є такий момент, що в українців, ну от взагалі-то дивишся на те, що відбувається в Україні з приходом пандемії, і рівень життя, він якби на тому рівні, на якому він був, а можливо і нижче. Тобто всі ці замінники, вони дороговартісні собі. Можна якось знайти вихід із більш доступних продуктів? Звісно, правильне питання. На самом деле. Теж не дешево. Ну почему не дешево? Смотрите, вы хоть раз задумывались, сколько вы тратите денег на то, чтобы купить кофе? Вот вы идете где-то, мне захотелось кофе, я раз купила. Особенно любители, которые 3-4 чашки пьют. О. На ровном месте, да, таких очень много. Вот я с утра выхожу, и вот уже куча людей стоит, точка, где продают кофе. И вот, пожалуйста, посчитай, те же 3 чашки капучино либо латте, да, ну там по 40 гривен. Средняя цена. И мало того, что это уже больше 100 гривен, так это еще и сколько вы калорий получили пустых. То считайте, вы позавтракали и пообедали на ровном месте. Да? Ну, тобто, взагалі, якщо збалансувати своє харчування, якщо все ж таки провести аналіз, то можна на цьому навіть виграти, а не програвати. Та просто ми знаємо, що здорове харчування — це, знаєте, якісь там особливі страви, особливі якісь інгредієнти, що коштують дуже дорого. Але я розумію, що я можу гіркі помідори їсти, якусь вівсянку, бабушкин мед, і так поїхали далі. Да, у мене взагалі стандартний набор, да, це там пару круп входять, яйця, які, вот, опять же, недорогі. От м'яса мене дуже сильно відвернуло. Поэтому это крайне редко сейчас. Больше рыбу. Ну, то есть тоже, опять же, ценовая политика. Не обязательно красную брать. То есть есть более бюджетные. Ну и салаты сейчас вообще сезон прям. І у мене ще таке одне запитання, якщо вже Максим підняв тему сніданків. Вівсянка кожного ранку потім набридне. Які є альтернативи, наприклад, сніданки? Що ви можете порадити? С той же овсянки можно сделать овсяно-блинчик. Можно ее вообще интересно запечь с фруктами, с яблоком, с корицей в духовке, точно так же. Можно, вот некоторые, например, завтракают творог с медом, с тем же, с фруктами. Яйца, то есть яичница с помидорами. Можно... Так, что в чем она будет смажена? Це... Ничего, я тоже жарю. Оливковая олия все врятует, так? Да, мне еще очень нравится сейчас масло ги. Это топленое масло. На самом деле, ну, я его лично сделала сама из сливочного. Оно продается, можно его купить. Его надолго хватает, то есть вот на нем я жарю. Там температура горения очень хорошая, как раз-таки для жарки. Вот. Также можно сделать бутерброды с цельнозерновым хлебом, салатик какой-то, помидоры, и, не знаю, ну, рыбка или просто яичко положить, авокадо. И у вас в родине все дотримуются такого сніданку? У меня вообще в семье все по уникальному. У меня дети одно кушают, супруг другой, я третья. Ну, я встаю очень рано, 5 утра, поэтому я успеваю всем все приготовить и на целый день, да. И на все стыгает? Ну, конечно. Стыгает, да? Это уже надо быть в ресурсе, энергетически заряженной, чтобы все успевать. А как быть в ресурсе, до речи? Можливо, я в тебе какой-то свой секрет? Бо от, знаешь, есть у людей одна вечна проблема – это втома. Тотальна втома, хронична втома. На самом деле, тоже питание очень сильно влияет на нашу энергетику. Вот я думаю, вы не раз замечали, когда бывают такие случаи, я поела, и мне вот фраза «я хочу поспать». Так. Действительно, появляется тяжесть, появляется сразу такая это вот все. Мне нужно поспать. Потому что, опять же, ваш желудок начинает слишком много затрачивать энергии с вашего организма на то, чтобы переварить эту тяжелую пищу. А вот, например, взять йогу всех этих спортсменов. Почему им все так легко? Потому что у них все время режим. Они едят даже одни и те же продукты, но они им дают энергию, наполняют их. Они, наоборот, тратят ее на то, чтобы это переварить. Вот йоги, они там не едят мясо. А почему? Потому что очень много усилий надо, чтобы переварить тоже мясо. Вот. У меня вообще режим такой очень интересный. Сейчас, когда очень быстро светлеет, я уже в 4 лежу и жду, когда будет 5. Хотя бы, чтобы не вставать. Без разницы, сколько я лягу. Если я лягу в 3, в 2, в час, ну просто, эта разница не играет. Я все равно встану, ну, до 5 часов.
И нормально, ресурсу выстачает, тобто нема особливості потім. Нет, конечно. Первое, что я делаю, у меня сразу зарядка, водичка, у меня вакуум, планочки. То есть с утра я выполняю свои комплексы на осанку, потому что от природы у меня очень закрытая грудная клетка. Вообще я борюсь постоянно с ней. И если я день пропущу, я понимаю, что это не очень позитивно будет сказываться на моем здоровье. И потом начинаю завтраки все свои. Слухай, ты сказала про постать, а ты, ну дивись, я, наприклад, от офісний працівник, так? І щоб мені зберігати правильну постать мою, може є якийсь от такий комплекс? От, буквально одна вправа. Звісно, я покажу сьогодні вам пару упражнень, які потрібно виконувати вот прямо обов'язково на повсякденній основі, ежедневно з утра, це займе буквально 5 хвилин. Ну, дивись, тут є такий нюанс, просто ви вдягнені відповідним чином, а я все ж таки представник мужньої чоловічої статі, яка працює завжди. Я вас тоді залишаю, ви позаймайтеся, я подивлюсь збоку на цю красу і потім принесу вам водички. Добре. Давайте, дівчата, гарного вам заняття. Роза, в мене є пропозиція для тебе брати кольори, які тобі подобаються. Без різниці. І знаєш, що я хочу? Спинка то добре, як сказав Максим, але я все ж таки буду відстоювати дівочу сторону. Я хочу апельсинову шкірку, целлюліт, щоб його більше не було. Ну, зрозуміло, це не тільки харчування, а ще, може, ти вправу сьогодні покажеш якусь. Звісно. Покажу. Шановні глядачі, ми зараз будемо розвертатися трішечки, щоб вам було добре нас видно. Так, Розочка, ви, мабуть, краще ось тут. Пане Мерушка, сонечка. А я буду за вами повторювати тут поруч. Унікально, універсально, тільки для вас. Зараз буде тренування, одразу розпочнемо спинки. Так, так. Випускаємося на каремат. Це обов'язково бажано робити на каремати. Отак чи отак? Отак, так? Отак. Да. Первое – это всем известная наша кошечка. Но, как правило, мы ее на чем делаем? На поясничном отделе. Сейчас сосредоточимся именно на мышцах спины. Мы округляем спину, начинаем с того, что мы подкручиваем таз. И хорошо отталкиваемся руками от пола, прям максимально, чтобы почувствовать, как растягиваются мышцы спины. Вот они находятся у нас. И возвращаемся обратно, взгляд направляем в потолок и проталкиваем грудную клетку. То есть вот мы не спеша прорабатываем раз 10 с утра, встали, разогрели спину. И це наше сердце мы робимо, правильно? Да, ну, да, конечно, все лучше делать натощак, если это с утра, потому что когда покушаете, будет уже сложно. Так, следующее упражнение, оно тоже из этой серии на спину, только я не знаю, может лучше на полу обычном сделать. Яком зручно? Да, потому что отъедет каремат. Мы становимся в планочку и уходим в любимую позу собака мордой вниз. Здесь внимание. Да. Поняла, да. Руками мы отталкиваемся от пола максимально. Колени втягиваем, пятками тянемся в пол. Ага, а пятки на подлозе чи ні? Да, то есть ближе подходи. Да, немного ближе. И вот чувствую вытяжение в позвоночнике, руками хорошо прям толкай себя. Теперь поднимаешься на полупальцы и круглой спиной уходишь, называется в йоге собака мордой вниз. Так. І проваливаєш таз вниз. Чекайте, я поки що ведуча морди вниз, не розуміє, зробить собаку морди вниз. Вот. Ага. Отлично. Теперь смотри, хорошо отталкивайся руками, не проваливай поясницу. Так, я контролюю, щоб все було гарно в кадрі. Хорошо. Ти показуй, показуй. І возвращаєшся обратно. Вот. И сколько так раз треба? Медленно тоже до 10 раз. Здесь очень хорошо работает не только мышцы спины, здесь, как ты чувствуешь, работают ноги, пресс, руки, мышцы груди. В общем, задействуется полностью все тело. Я ж прохрустилась, если честно. Это очень круто. Так, следующее, добре. Опускаемся мы на пол. Еще одно упражнение на спину, перейдем на ягодички. Облегченный вариант, мы кладем руки 90 градусов и делаем подъем корпуса вверх. Секунду задержались и опустились. И кладем руки. А более средний вариант. Мы вытягиваем руки вперед и точно так же. Подъем вверх и руки вперед. Нижки зафиксованы, да? Да, разумею. Ноги лежат. Если поднимается немного, ничего. И возвращаемся. То есть руки все время. Ой, ну я одразу відчуваю, що я довго не проробляла спину і прям так, ну, затискає, починає м'язи. І більш складний варіант. Просто підйоми з рівними руками вверх. Так. То есть, если сюда... Я поспостерігаю за цією красою, як то кажуть, на тренуванні. Є ті, хто тренується, є ті, хто спостерігають, але все ж... Вот, супер, у тебя очень хорошо развиты мышцы спины, грудной отдел открыт. И погнали. И так ты же 10 разів, так? Да, и вот три упражнения достаточно, потому что даже для того, чтобы у нас были красивые ягодицы, нам в первую очередь что нужно? Правильно? Правильная осанка, ровная спина. А, даже так. Ну, я тебе покажу, в чем дело. Когда проблемы с осанкой, ты вот так вот стоишь, как ты, камеру, извиняюсь, как ты сделаешь присед, если у тебя закрытый грудной отдел? Ну так.
То есть вся нагрузка будет на поясничном отделе. Как не объяснять человеку, то есть пока не раскроешь грудную клетку, никак не сделаешь. Вау. А теперь прям топ упражнений, которые помогли мне после родов поднять мои ягодицы вверх вообще. Хочу сказать, что у Розы двое детей, так что, девчата, порадись действительно Диеве. Да. Здесь можно задействовать резинку и утяжелители, а можно просто своим весом работать. Угу. То есть мы делаем отведение ноги в сторону, и контролируем, чтобы наша пятка находилась на уровне с коленом. А, наверное, так. Да, и опускаем вниз, не касаясь пола. Вот мы выполняем, например, 20 упражнений. Вы уже прочувствовали, как пекут у вас ягодицы. И задерживаем вверху. Ага. Статика. Да, то есть подсушиваем, подтягиваем, делаем нашу форму ягодиц. Опускайте, и сразу же второй подход. 20 подъемов. Два подхода, да? Ну, я делала подряд два, чтобы хорошо прям прочувствовать. Это если со своим весом собственным, если же с утяжелителем, тогда меньше. А от скажи, будь ласка, стосовно утяжувачів, я чула, що не радять їх використовувати, тому що йде навантаження на коліни, на вени. Ну, во-первых, если нет проблем таких, как варикоз, то почему бы и нет? И вес нужно брать с минимального. То есть килограмма будет с головой, полтора. Не нужно брать 3 килограмма, потому что вы будете помогать всем корпусом. Це зрозуміло. Да. Следующее, опускаемся на локти. Согнутая нога, отведение согнутой ноги вверх, мы поднимаем, выталкиваем пятку в потолок. И не ставим колено, так? Да, здесь внимание, мы не работаем поясницей, то есть она у нас зафиксированная. И выталкиваем вверх пяткой, целимся в потолок. То есть максимально заводим и поднимаем согнутую ногу, не выравнивая. Чем больше заведем, тем больше растянем мы ягодичную мышцу. А там фиксировать сверху не потребно, просто я рублю такие руки. Нет, сначала ты просто делаешь подъемы. А потом можно здесь добавить маленькую пружинку вверх, чисто дожать ее. Ага, слухайте, ну у мене взагалі, мені подобається моя робота, тому що прийшла на ефір, потрапила на фітнес-тренування, прокачалася. І тобто таким чином я позбудуся ось цієї апельсинової шкірки. І плюс появиться дуже красива форма ягодиц. Вау, і що ще можемо зробити? І ще дуже прикольне упражнення, як для мужчин, для жінки, я уберу коврик, тому що він тут буде мені мішати. Опять же, і на укріплення спини, преса, ми стоїмо в планочку. Так. Вставай, вставай сам. А, да? Я конечно, думала, ты должна прочувствовать. Мы уходим назад и поднимаем правую ногу. Так. И работаем. Давай я подвинусь, ты вставай. Давай сделаем это так, знаешь, типа зеркально. Отлично, поднимай ногу. Так. Смотри, мы уходим в планку и касаемся нашим коленом локтя. Уходим назад. Возвращаемся в центр. Уходим снова назад. И возвращаемся к противоположному локтю. Ух ты! Поставила. И на вторую сторону. То есть смотри, здесь у тебя идет вытяжка, да, позвоночник ты полностью вытягиваешь. Здесь ты хорошо прорабатываешь мышцы кора, пресс чувствуешь? Ага. Это супер. Руки, все работает. Так. И на вторую. Слухай. Ну, я не знаю, я прям зараз себе відчуваю небагато вже. Ой, що це тут робиться в нашій студії? О, нас Максим приніс на родину. Я бачу вашу зарядку, ой, трішки. Дякуємо. Бачу вашу зарядку зранку. Слухайте, ну мені сподобалося. Тобі сподобалося. Ти казала, що ти любиш свою роботу. Так я вам скажу, я теж люблю свою роботу, тому що я зараз до фізичних вправ теж готувався. Слухай, ну, хочеться на... На завершення все ж таки уточнити один момент. От є люди, у яких немає часу там протягом робочого дня якусь зарядку зробити. От якщо сидячи щось там, можна щось саме для спини? Тому що спина у людей страждає завжди. Обична суставна гімнастика. Встали, от ви посиділи на 5 хвилин, встали, розшевелили шею, покрутили наші руки. Так. Сюда и вот порастягивали одну руку, вторую, взяться, конечно, за что-то, вот вытянуться в сторону. Обычно даже суставная гимнастика. И это будет диево? Конечно, это как вы работаете удаленно, да, все время глазами. Так. И тоже надо делать там раз сколько-то времени глазками зарядку, так и тело. Можно на завершение, останнее запитание, с нам принесли водичку, когда можно пить ее, сразу после тренирования? Очень пить важно пить воду. Ни в коем случае, как вот многие там, не знаю, писали, говорили, что нельзя во время тренировки. Происходит обезвоживание. И бывают такие случаи, что просто теряют сознание, либо становится плохо, не понимая почему. На самом деле от того, что нехватка воды может быть. Так, поэтому водичку только не огромными глотками, потому что она, иначе, знаешь, бывает такое чувство, вот провалилась и где-то булькает. Провалилось межклеточное пространство. Мы медленно пьем пару глоточков и занимаемся дальше. Супер. Роза, ну дякуємо тобі, що ти увірвалася в нашу студію з фізичними вправами. Я
Признаюсь чесно, я не був готовий до такого, але наступного разу ми виправимо ситуацію. Будемо в формі. Так, хотів показати біцепс, але... Але не треба, так, тут піджак стискає. Таке собі задоволення. Роза, дійсно, дякуємо тобі. Я сподіваюся, і ми, і наші глядачі будуть тепер готові і знати, як підтримувати своє тіло в тонусі. Ми підемо готуватися далі до ефіру. Я повернуся в людський вигляд до Максима. Ну, наскільки я розумію, цей відеоролик, який ви тільки що подивилися, вам сподобався. А на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. Варто підписатися. І для того, щоб завжди бути в курсі подій, не забудьте поставити ваш коментар, бо вони для нас дуже важливі. Дзенькнути в дзвіночок, щоб завжди бути в центрі усіх найголовніших подій світу. We'll be right back.